Сегодня у нас 9 июля 2018 года. Это утро, начало 8. Мы приехали в лагерь на машине, бывший лагерь там. И будем сейчас тут грузить доски, бревна, все это. Все, что разбирали, башню тут смотровую, большую. Вот приехал Терентий, барабаш на зелке. Мы сейчас будем грузить. Помочь надо ему, помочь. Помочь. Помахать. Сказать. С той стороны. С той стороны, давай. Так, поворачивай. Пошел. Сейчас они доски уберут отсюда. А тут еще большие, вот все ты, сначала вот эти погрузите. Вот, а потом тебя. Или даже наоборот, не знаю как. Надо сделать сначала. Вот. Давайте. Тут еще такого нет. Вот она смотровая башня разобранная лежит у нас. Вот сейчас загрузим. Значит, вот эти железные стояки-то лежат. А положим, положим. Когда длинная положим, она придавит, чтобы я прокинул. Гвозди тут аккуратно. До самого конца продернули. Так, быстрее подходи. Помогите на той стороне. Вот так. А потом мы сверху на гру. О! Ну, держи там, да? Нет, повыше на поднять. Так вот. Маленько подержать, потом мы ее завалим. Давайте другие. Другие вот эти, загрузите. Вот туда, туда. Ну быстрее, маленько, как-то в развалку идешь, и на то.
Толстым концом Терентий первый идет. Толстый конец, он первый несет. Он же тяжелее. Игнатий Иванович, отходите! Игнатий Иванович, отходите, отходите! Ну-ну-ну-ну-ну! Не задавит вас. Давай! Вот так вот выравнивай! Давай, 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 давай! Руль правый, вот все влево, 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 давай! Давай, давай, давай! Все, пошел! Давай. Так, берите самое длинное, вон с той стороны. Вот это самое длинное сейчас пока погрузить. У тебя толстый конец. Виталий, Виталий, у тебя толстый. Виталий, ну смотри, ты гляди, где большой конец. Все так, не приспособлено. Давай. Вот ты как нельзя тихо. Надо только бегом. Владимир Юрьевич первый идет. Не показывай, что не зависит. Берите вот это. Не, вот, вот, вот. Бери около этого рядом. Ну давай ты одному тебе, у меня спина болит. Так, тот конец, да? Да, тот. Смотрите, не бросайте, тут больше. Руки с толстым концом туда. Так, с той стороны берите. Вот это вверх. Вот
ты бери, да, чтобы не мешать, ты бери отсюда. В эту сторону. Не оторвана, выдерга надо, выдергу. Вон выдерга возле башни вон, стоит. Выдерга вон. Сзади. Вон она. Вон она, оторви, ударь по ней. Весь от всей силы. Боже, не нет, ударь. Вот так, о, пей. Вот все. Так. А ты с этой стороны бери. Которая так более ездит бетон. Надо с этой стороны будет, подожди, зайди сюда. Вот так. Вот просто играть. Ну, сделай так вообще. Не надо. Теперь ты это попробуй. О, похоже. А теперь там уже еще один столб. Владимир, не крутись рядом. Вот, я вижу. Брат, Езра, поправь там у себя сзади. Толстый конец, вперед надо. Надо концом тяжелым туда заворачивать. Ну, развернулись бы, брать. Нет, нет, так не надо. Берите там. Вот это, помогите, около сиреньки. Хватай там. Так, развернуться надо, стой. Потихоньку, потом с этой стороны, там по неудобу. Ну, попробуй. Стой. Видим концом сюда? Да. Разворачивайся, да. Давай. Толкай. Толкай до конца. Вот. А сейчас вот этот вот разбить. Вот. Вот это вот. Чтобы железка пошла вперед. Вот это вот, разбить. Все войдет, я думал, что не войдет, войдет. Обратите, не садись. Разворать? Да. Смотри аккуратно, не там, не парни попади. Дальше голоди. Надо одному залезть. Здесь вот она возле пекарни стояла, вот в этом месте. Все, да.
Давай щепку. Надо смотреть, чтобы перегруза не было на одну сторону. Не будет? Это уже у нас. Мы там прибивали что-то. Мы вот это бревно прибивали с вами. Так, ну тогда снимай. Я пошел за да вон туда.
Брат, это, Ездоров, помоги лестницу принять. Потом где-то его положить надо будет. Как он положен, я не знаю. Пока, в конце, пока. В конце. Может будет. Потом. Проволоки тоже закиньте туда. Там как попало, Паша. Подождите, кто-то залез. Алло. Там городушка получилась. Ты не войдешь. Начались рабочие будни, брат Виталий. Отдохнул. Все. Хорошо там уложить сверху, чтобы эти лестницы пошло туда. Проверьте еще, чтобы ни одной боковки не было. Пройдите ногами, посередите. Натянешь? Вот это что? Вот это. А что там такое? Ну вот. Давай. А то вот упрут сразу. Конечно. На. Передай, чтобы он закрепил ее там вверху. Что, вот это возьми? Алло. Держи. Так, а эту маленькую лестницу мы оставим здесь. Мало ли еще. Ну да. Кто наверху полезет, чтобы их поднять? Пердуха у кого, чтобы не проколоть. Алло, под ногами подберите вот эту вот щепку.
Все. Уехал отсюда. Брат, придерживай! Ну все, поехали с Божьей помощью. Так, где тут проезжал-то? Проехать. Спасибо. Володя! На территории деревни курить запрещается. Вот это барбаршафт в поле. Это следы он тут обрыскивал от сорняков. Вот дом Иосифа Устинова построил. Считай, деревья. Господь, ну, такая трава высокая, обилие дал воды в этом году. Деньги меня нагоняют, надо скорость увеличивать. Это тут отсюда меня нагоняют. А здесь не ходи, уходи. Сейчас машина тут будет ехать. Проехали.
Ездра у нас сидит наверху, брат наш. Держись, брат, не падай. Пускай правее, а то ездра правее чуть прими, левее вернее сюда. А, не видишь. Ну ладно, там Игнать наш. Все нормально. Прямо пускай едет, прямо. Только лестницу на себя возьми немножко. Надо ему немножко. Все, сестры, мойте руки, к завтраку готовьтесь. Надо убрать ее, да. Виталий, помогай, лестницу. Кресло туда поставите, он туда рядом стоит. Все, кладите. Кладите, Виталий, кладите. На землю, кладите. Рядом. Идите скорее, чтобы поднимать еще больше. Там на стол накрыто, девочки. Ну что, Терин, тебя поднимет там? Что, вываливаем? Да. Что, вываливаем? Да. Игнать Иванович, поднимаем? Что? Вываливает он, нет? Он вываливает? Под... Все. Вываливает, все. Запчасти от чего? Бегом! Это запчасти от чего вы привезли? От башни? Вышка большая. То есть которой... ее с башни убрали, да? Да, да, да. Она начала заваливаться.
Все, она уперлась. Пускай выше поднимает еще. Вон там же лежат у нас, почему не знаю. Серый, там заходит с правой стороны так. Лежат они. Сейчас я колокольчик. Попросили посохи им дать. Нестор, он с этим. Ну так все, там нету что ли? Ну есть, надо только дать им в руки. А? Показать, какие лучшие. Ну, надо было вчера готовиться, не сейчас. Как идти, говорит, на охоту собак кормить. Вот, вон там хорошие березовые лежат. Вы смотрите, какая вам лучше-то. Вон там выбирай. Да, зайдет. Все, бери кто-нибудь. Да ну, тихо, толстая какая-то. Это тоже некрасивая палочка. Нестор, иди там один посох. Нестор, иди там посох. О, вот это вот посох, да. А это будильник. Покажи, что вы выбрали. Покажи ему быстрее. Да нет. Пошлите, Лео. Лео. Раз, бери свой. Лео. Вы некрасивый. На. Держи. Все. Потом выберите, я вам сейчас это сделаю. Потом. Все, идите с Богом. Помолитесь, ты потом. Воды-то взяли с собой? Да, да, да. Все взяли. Какой тебе удобный? Вот. Липовый вот какой. Нет, вот эти. А то березовый, значит. Березовый? А то березовый. Ну ладно. Ну все. Да благословит Господь. Все, с Богом.